В Центральном парке состоялся парад отличников. Лучших выпускников Люберец пришли поздравить не только родители и педагоги, но и министр правительства Московской области Роман Терюшков и глава округа Владимир Ружицкий. Продолжение в нашем сюжете. Выпускницы гимназии номер 24 Олеся Морозова и Мария Долгова прогуливаются в парке в ожидании главного события лета – парада выпускников 2021. На него приглашены лучшие из лучших – 175 медалистов и 19 учеников, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов. И в этот день им памятные подарки, почет и уважение. 11 лет старались, учились, вкладывали всю силу в обучение. И, конечно, для нас очень важно сейчас находиться здесь. Да, конечно, мы счастливы, мы закончили школу, теперь у нас впереди новая жизнь. Будем гордо носить звание медалистов. Этого всего бы не было без замечательных учителей, которые готовили меня. Особенно, конечно, хочется поблагодарить наших классных руководителей, учителей, которые занимались именно с нами, а также родителей. Пока виновники торжества готовятся к началу парада, родители с волнением ожидают начала праздника. Им тоже предстоит пройти по красной дорожке, ведь это и их победа – провести за руку сына или дочь от первоклашки до медалиста. Ты когда начинаешь учить, когда ребенок идет в школу, контроль, и дальше уже ребенок это впитывает и сам уже себя контролирует. Уже я, честно говоря, потом уже после класса 8 отпустила, она уже сама была за себя ответственна. Что я испытываю, это прежде всего счастье, что мой труд не пропал даром. Я их учу с 3 класса, связывают очень долгие годы, согласитесь, поэтому я называю себя второй мамой. Звучат фанфары. Почетные места вместе со своими педагогами занимают герои дня. Позади бессонные ночи, мозговые штурмы, переживания и выпускные экзамены. Впереди большая жизнь, полная новых возможностей, планов и успехов. Везет тому, кто везет. И вам повезло, что вы закончили школу. Повезло, что вы стали медалистами. У нас среди вас 19 стобальников, но за этим везением стоит огромный труд. Вы все сегодня уже определились с вузами, вы определились с будущей профессией. Я сегодня хотел бы всем вам пожелать, чтобы ваша профессия, или вы нашли себя в профессии, или ваша профессия нашла вас. Городской округ Люберцы славится талантами. С этих слов начал свою поздравительную речь министр правительства Московской области Роман Терюшков. 1438 выпускников в Люберецком городском округе. И смотрите, сколько здесь, на этой площадке, тех ребят, которые имеют 100 баллов, имеют медали по результатам учебы. И, конечно, это говорит о том, что Люберцы не только территория спорта, но и территория образования. На парад отличников Владимир Ружицкий и Роман Терюшков пришли не с пустыми руками. Они вручили медалистам, стобальникам и их родителям подарки и благодарственные письма. А после торжественной церемонии ребят ждали выступления артистов, танцы, праздничный салют, чтобы этот парад выпускников запомнился как яркий старт в новую взрослую жизнь. Виталия Куликова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.